Китайская теннисистка Алина объявлена мировым послом специальной олимпиады. Церемония вручения сертификата состоялась в Шанхае. Специальная олимпиада – это международная организация, которая занимается проведением спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями. Ее цель – с помощью спорта помочь развитию социальных навыков, обретению уверенности в себе и расширению прав и возможностей особенных людей. Будучи влиятельной фигурой в мировом спорте, Лина присоединилась к своим предшественникам. Послами специальной олимпиады являются китайский баскетболист Яо Мин и многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс. По словам китайской теннисистки, для нее это большая честь. Я хочу сказать, что нет никакой разницы между мной и всеми вами. Я твердо убеждена, что для всех детей, которые занимаются спортом, конечная цель – это не выиграть чемпионат, а быть счастливым и наслаждаться любимым делом. Как упомянула моя соседка, многие боятся, что не справятся и не верят, что могут многого добиться. Но бросая себе вызов путем больших усилий, вы сможете доказать другим людям, что вы можете достичь большого успеха. Это самое главное.